малайзийский Боинг. Вы знаете, боялась этого вопроса, честно говоря, так все так или иначе к нему возвращаемся. Очень четко американцами был снят фильм «Хвост виляет собакой», если вы слышали про него, 1998 года фильм, который настолько серьезно и сильно отображает способность и желание американских властей манипулировать публикой, соответственно, гражданами их собственной страны, выпуская в медиа то количество новостей, именно то, что они сами продюсируют. То есть что там происходило? Очень интересная история. То есть там для того, чтобы президент выиграл на выборах, когда он изнасиловал девочку, соответственно, нужно было этот скандал замять, что они сделали, да, они устроили небольшое шоу. К чему я это говорю? На мой взгляд, это очень красивая постановка, стандартная американская постановка. На мой взгляд, да, для чего мы все прекрасно знаем, для чего это нужно. К сожалению, несчастная Украина, которая остается совсем чуть-чуть, дожить его последние концы этой несчастной стране, выбрала совершенно неправильный стратегический путь для себя. И ничем хорошим это не закончится для этой страны, соответственно, точно. То, что американцы это все спродюсировали, на мой взгляд, это все всем понятно. И наш прекрасный президент выиграл в 5 раз больше от этого всего скандала. И для нас, на нас это никаким образом не повлияет, на мой взгляд. Потому что, вспомним историю с Крымом, если уж... кстати, последняя история с Евросоюзом. Насколько я знаю, что... Какое было предложение от Евросоюза? Украина может вступить в Евросоюз только в том случае, если она раздаст свои части своих территорий тем, кому они были принадлежены заранее. Соответственно, они, к сожалению, физически этого сделать не могут, потому что иначе от страны ничего уже не останется. А если это все произойдет, тогда у нас больше половины Украины, соответственно, и частей этой страны придет в наше господство. Что, в общем-то, нам очень удобно.